Ай да, переделаю. А вот такая вот яма. В ближайшие выходные пойду в лесок себе коры дуба-то наскребу. Ну-ка, двинули, это мои 8 квадратных метров. Новый проект канала 16 «Соседский Wi-Fi» создан для тех, кто устал от скучных новостных лент и готов взглянуть на самые обсуждаемые события в стране и в городе совершенно другими глазами. В непринужденной беседе ведущие и гости программы обсудят злободневные темы. Это программа «Реакция». Реакция на события, которые происходят в нашем городе и рядом с ним, то есть в области, в стране и, может быть, даже в мире. В своих обсуждениях мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы не говорим, что мы правы, а кто-то не прав. Это всего лишь мнение. Мое мнение, мнение Кирилла и мнение нашего гостя. В программе «Соседский Wi-Fi» есть место дискуссиям и разумным спорам, шуткам и острым комментариям. Гостями студии станут официальные лица нашего города, политические и общественные деятели, представители культуры и искусства, которые донесут до зрителя свою точку зрения простым и доступным языком. В этой программе можно услышать то, чего ты никогда не услышишь в обычных новостях. То есть это по большому счету уже как новости, но только поданы под интересным соусом. Над созданием программы трудится творческий и слаженный тандем телевизионщиков, где на передовой по традиции ведущие. Лаконичные умозаключения, логика и неоспоримые факты от главного редактора канала 16 Лидии Шулаевой и острые ремарки и искрометный юмор от весельчака Кирилла Васенина. Кто-то должен быть умным, а кто-то красивым. Вот в нашем тандеме Лидия Валентиновна у нас человек умный. Я, видимо, получаюсь красивый, потому что я мало чего понимаю, мне всегда что-то интересно узнать у нее, она мне что-то рассказывает. Но при этом я не прочь всегда что-нибудь высмеять, пошутить, сделать какую-то ремарочку свою вставить. Авторы программы подготовили для зрителей множество сюрпризов, интересные рубрики, опросы жителей города и многое другое. Гость первого выпуска – заместитель председателя городской думы Антон Ульянов. Темы – маршруты общественного транспорта, проблемы выбора и депутатские доходы. Подключайтесь к соседскому Wi-Fi. 30 апреля в 8 вечера. А уже в пятницу на нашем канале в Ютубе можно будет посмотреть пилотный выпуск программы, гостем которой стал депутат городской думы Петр Смирнов.